Всем добрый день. Услышал шум реки, хотел посмотреть, как там, что где. Реку видно, но она там где-то далеко-далеко внизу. Зато приметил вот такие замечательные, такие шикарные беседки прямо на берегу. Ну, не прямо на берегу, чуть-чуть повыше, наверное, от реки. Намного, значительно повыше, но так на природе, так классненько. Камешками, брусчаточкой. Никогда не замечал их ранее. Еще раз всем здравствуйте. Я на улице Циолковского. На одной из ее частей, наверное, одной из самых красивых частей. Их всего-то две. Но это самая красивая часть на улице Циолковского. Мне она здесь больше всего нравится. Какое-то время назад... Какое-то время? Лет несколько назад я показывал вам вот эти вот цветочки на этом дереве. И в этом году они тоже нас радуют. Красота. Ну, а я, как вы поняли, прогуляюсь в сторону моря по улице Циолковского, обещал. На одном канале будет один ролик, на другом другой ролик про улицу Циолковского. Она тут делится на две части. Этот мой любимый домик на улице Циолковского. Какой-то там череп мексиканский, лягушка над ним задумалась. Что это вы нарисовали, мол. Идемте прогуляем. Ся. Я специально иду с этой стороны, потому что устал уже ходивший, чтобы не сопеть, не кряхтеть вам, не портить настроение. Смотрите, сколько цитрусовых сохнет. Не знаю, по какой причине сохнут. Может, поливать их надо, бог его знает. А хозяева где-нибудь в отпуске. Жалко. На улице Циолковские шикарные, красивые дома. Обратите внимание, вот Светлана Циолковская, 29-25, Б розовый. Так, идешь, и глаз радуется. Очень красиво. Наравне с шикарными есть и старенькие домики. Но они ничуть не хуже смотрятся. Ну, если только, конечно, немножечко слукавил. Эту черепицу бы, шифер поменять, было бы вообще шикарно. А так, маленький такой, сказочный, уютненький домик. Немножко подмарафетить бы, конечно, бы не помешало. Отсюда прекрасно видно море. О, такие домики, смотрите, какая прелесть. С каждым годом все совершенствуется, совершенствуется. И до моря, в принципе, тут не так уж и далеко, кстати. Мы сейчас с вами прогуляемся. Единственное, что я вам сразу хочу сказать, что шаг у меня чуть-чуть быстрее. А когда вы идете с горки, он еще быстрее получается. Ну и у вас, и у меня будет тоже ускоряться шаг. Горку, конечно, здесь небольшой подъемчик вот до этих домиков верхних есть. Но незначительный. На второй день будете бегать. Этот дворик сейчас не такой симпатичный, но попозже, когда все зацветет, здесь будет прям красота. Стриженные кустики, бамбук и серая кошка, который что-то пугается. Хотя у меня не было никаких намерений ее обижать. Идемте. Частично маршрут вам этот уже знаком будет. Кто-то делает вино. Прям такой аромат здесь пошел. Вот. Я не знаю, как он там правильно называется. Жмых или что-то там такое. В общем, что-то виноградное. Явно, что здесь давят виноград. И идет процесс брожения. Вот эта вот речка, которая шумит здесь. Я не так давно вам ее показывал. Она иногда выходит из себя и может немножечко натворить бед, залить улицу Победы. По коммунистической, когда гулял, рассказывал, показывал. На улице прям цветут эти морозники, пожалуйста. Нарциссы вот-вот зацветут. Видите, не все нарциссы одинаково полезны. Какие-то уже зацвели, какие-то вот только в бутончиках находятся. А мы приближаемся к развилке улиц Пролетарская и Циолковского. С этого момента дорога вам уже будет ясна и знакома. Но при одном условии, что вы смотрели ролики. Потому как на улицу Пролетарскую туда вот я ходил, прогуливался. И вот буквально несколько минут вернулся как с той части улицы Циолковского. Тут видите, развилка.
О, прошу прощения, мне опять звонят. И опять постройки. Что-то надо. Да, Курбан. Уже сбросил. Прошу прощения, пока любуйтесь окружающим миром. Теперь не берет. Может, нечаянно набрал? Как только куда-нибудь уезжаю, обязательно что-то надо становится. Знакомый вам маршрут, знакомые домики. Как раз можно и отвлечься. Так, он занят, ладно. Скоро вам станет еще знакомее. Просто появляется на горизонте дом Ширак. Напомню, что это не в честь французского президента Жака Ширака. А это зона такая, вот такой регион в Армении есть. И в честь него и назвали, вероятнее всего. Пес какой-то сторожевой. Гоняет тут все машины. И я уже не знаю, о чем вам говорить. Все уже говорил в трех роликах. Все повторяется. Абсолютно. Про Омегу говорил. Про Ширак говорил. Где Пролетарская, вы знаете. И сейчас будет поворот на улицу Мирную. На Мирную я не пойду, ребят. Потому что я показываю прежде всего Циолковского. Ну и буквально недельки полторы назад, наверное, может даже меньше, я прогуливался по всей улице Мирной. Вот прям вот отсюда, прям с этого перекресточка и с песнями. Если даже не ошибаюсь, дошел до пляжа, как он называется, господи, Свирский. Вот тут вот завернул. Еще я задавал вам вопрос. А какого числа я снимал этот ролик? В тот день мы праздновали годовщину снятия блокады с Ленинграда. Извините, с Ленинграда. Кто не разгадал в прошлый раз, задумайтесь, какого числа это было. И узнайте, когда была съемка. Не так давно. По пути у нас красное, белое, черноморец, ложка, вилки не видел. Сейчас пойду с проезжей части сойду. Опять звонят, это уже Михаил. Дальше. А, хорошо, давай, сейчас дохожу и все, понял. Все, задача получена. Мне осталось доходить. И пойдем заниматься. Веселиться дома. Мебелью, короче, заниматься. Тут я уже вообще могу молчать. Я тут уже ходил. Все вам показывал, все рассказывал. Где я не ходил, скажите мне. И я туда схожу. Я имею в виду Лазаревку, которую вы сейчас меня отправите. Я знаю, мне куда-то просили показать там, где речка Хирота. С недавнего времени ее опять хотели сделать Хуротой. Это вообще 100 километров от нашей губернии. Дочка, что ли, там катается, не пойму. Уж больно похожа машинка. Нет, не это. На это я обращал внимание в предыдущем ролике. Симпатичная, небольшая, зато он какой бокс. Точно катается в рабочее время. А ты что катаешься? Что катаешься? За тетрадками. Ну ладно. Видите, где тетрадки покупать надо? Бирюзе.
А я иду на пляж «Морская звезда», как вы понимаете, с одной целью, чтобы показать вам маршрут, ну и у вас была хронология. Да, так срезать можно, но не нужно. По одной причине, что там все равно еще стоять сейчас придется. Хотя я мог, морда лица наглая у меня, я могу и перебежать, если машин, конечно, не будет. Да елки-палки, центральный переговорочный пункт, извините. Да, как бы. Ну разберемся, потом я сейчас занят. Скоро приеду. Хорошо. Все, ладно, понял. Потом занят. Все, прошу прощения, меня как всегда отвлекают. Ну а я пошел. В связи с тем, что транспортных средств нет. И преград для моего путешествия тоже нету. Не знаю, было у меня в планах прогуляться еще одним маршрутом, но теперь вот видите, я ограничен во времени. Что-то там надо собирать, какую-то мебель, штукатуры, маляры, все такое, дела. Ну, до пляжа «Морская звезда» мы с вами дойдем по-любому. Мы уже почти пришли. А, за шиворот прям капелька попала. Предательски. Ну вот. Теперь вы знаете, сколько времени идти от пляжа «Морская звезда», до пляжа «Морская звезда» с улицы Циолковского. Всем добрый день, всем пока. До новых встреч. Сейчас сниму дневной и побежал я. Побежал. Гули-гули. Всем пока.